Каждый почти сон. И то же самое, здесь с комбинациями все то же самое. Вставочки. Раз. Вставка. Если он стоит, просто это мы заведение. Вот подсказка 45. Уже заведение. Со сменкой. Беслан Мирзович, покажите еще руки. Или мы дойдем на них. Раз, и делаем. То же самое. И вот так. Как бедро, да? Да, как бедро ходит. И мах под себя. Как же получается? Раз. От себя зажми. Все то же самое. Раз, и вот. Видишь? Я бедром попадаю в точку. Беслан Мирзович, еще как туловище, значит, себя ведет? То есть оно сгибается, оно в поясе, Или стараться держать осанку? Вот, не тянуться, вот, видите, вот потянул, я спину прямо держу. Горб, не горбатится. И попадаю в бедро, вот раз, оторвал его и сразу скидываю, вот сюда. Как только оторвал, да? Да. Если будем перетягивать, получится, надо прыгать. Сразу, и сразу же скинули, если вы попадаете. Потому что очень, очень часто люди перетягивают, пытаются эффектно сделать бросок, как бы. Если, вот. Наоборот, если мы перетягиваем, нам придется вот это делать дальше. Да. Уводим в сторону, получается, за счет перетяжки. Угу. А если раз перетягивать нельзя, получается, то есть перетяжка. Он может еще и выкрутиться, да? Получается. Вот эту точку попал, где? А собери руки. Хорошо, 35. Вот, смотри. Сразу нас бац. Ага. Где притягиваешь? Беслан Мирзович, теперь с руками понятно, да? Как вот под прыжок делать? На какую дистанцию? Вот, потому что многие впрыгивают. Ну я сказал, на месте, все на месте. Все на месте, да? Вот, на месте. Стопа. Если я вернусь, то уже. Стопа разворачивается на 180 градусов. Я за счет ног допрыгнул. Это уже тактически хорошо. Беслан Мирзович, стопа разворачивается на 180 градусов? Ну там, да, у тебя запись даже последняя, посмотри. Уже не помню. Ну посмотри записи. Не помню. Покажите, да? Покажите для абитуриентов. Для абитуриентов покажите, пожалуйста. А в динамике мы сейчас посмотрим. Давай. Три. Отсюда подожди. Давай. Сейчас перетяну тоже. Где перетяни? Нам надо раньше брать. Подгиб и сброс. Да? Сейчас мы делаем, когда он стоит. Не ведем. Ты можешь сам повести. У каждого точка своя, на самом деле. Как кто чувствует, да? Ну да, кажется, да. Раз вес. Не, мы вас не сыпем, мы просто это хотим разобраться. Ну, вы свои тоже. Остался на этом месте. На месте. Если я назад прыгну, то мне придется еще одно. Ну и. Руки отключаются. Угу. Синхронность здесь в чем заключается? Одновременно руки, ноги, колено, как. Записи я оставлю. Если делать правильно, если на том останется, замена посмотришь. Потому что я сейчас не смогу объяснить, потому что я делаю динамики. Понятно. Не, ну так по логике, та нога, которая машет, вот, смотри, вот. Та, которая замахивается одновременно. Раз, два, три. Да, та нога, которая будет подбивать. И на поуже, видишь, вот сюда, мах. Угу. И сюда, вот, а вот. Посмотри, как мах.
Это для чего? Для того, чтобы туловище, когда подбилось, ушло в сторону, да? Для броска? Балансировка, и я попадаю вот здесь, находится сентярь. Только оторвался, вот так, я опускаю плечо. Если я так делаю, то все, на меня так вот так делать. Он там сентярь смещает сам, получается, вдруг. Руками смещается, если даже притянешь, все, я не попал уже. Ну, куда же поднимать ногу. Тогда мне надо бивать его. А выходить тоже, я вас смотри. Если уже вошли, должны еще учиться, уже не упал. А вот это. Та-та-та. Попадет, покажу. Раз, два, три. Вот видите, чувствую, я не попал. Я здесь даже запрыгнул. Не остался, кстати? А это уже 50-50, да? Да, он... Это уже опасно. Я вот здесь работаю. Вот, да, может он скандрит, а может я добью его. А руками подорвали, все, вы выиграли, ему деваться некуда. Беслан Мирзович, да. Это вот один вариант, который под ногу не опорная, а под свободная. А чем отличается от броска, который под опорную ногу? Здесь